Где ты? Хватит у Марюши быть. Возьми свои вещи и приходи сюда домой. Извините, девушка, но чтобы сдать на ХГЧ, нужно приходить рано утром и на голодный желудок. Хорошо, спасибо. Ну вот, еще один день потеряли. Что делать будем? Поехали. Лена поедет до мамы. Она мне звонит без конца. Я, наверное, пока побуду у нее. Невестка же моей сестры ушла. Я ей говорю, пусть уходит, зачем ты ее держишь? Возьми ауылдың қызын, қарапайым, простую, не городскую, которую все будет делать. Сен айтқанына шықпайтын. Сейчас современные келинки, они же ужасные. Подожди, мам. Смотри, рано или поздно я тоже выйду замуж. Я тоже не хочу жить в Сатаине, потому что молодые должны жить отдельно. Ты же у меня не такая, ты у меня все умеешь. А ее невестка... Она вообще другой человек, так что давай не сравнивай. Начинаешь вечно со мной спорить. Чего? Как отдельно, Серик? Ты в своем уме? Ты что, видел от меня что-то плохое? Я же ведь все ради тебя, я даже ради тебя и живу. Мне эта жизнь не нужна без тебя. Хорошо, иди, уходи, вот можешь собрать свои вещи. Уходи, ни ты, ни она мне не нужны. Мам, что ты сразу убегаешь от разговора? Дело не в том, что ты мне не нужна и тому подобное. Просто дай нам попробовать пожить. Мы посмотрим, подходим мы друг другу или нет. Конечно, я никогда не думала, что я воспитала такого сына. Сын, которому я посвятила всю свою жизнь. Если бы я захотела бы, я могла бы еще в молодости выйти замуж. Но я не выходила замуж, потому что я всю свою любовь отдала тебе.